Молитва мальчика Станислав Стальнов. В деревушке старой церковь вековая, куполов пожухших золоченый цвет, колокольным звоном душу напомняет, ей скоро будет больше сотни лет. В храме Божьем мальчику у иконского Нилса свечку ставит, молит, помоги, Господь. Снова добрый папа в ночь ему приснился, маму защищать велел, страх перебороть. Каждый день украдкой бегает от мамки, Бога молит мальчик всех родных спасти. А в худом кармане фото его папки, крестик самодельный, медный на груди. И раздались взрывы, он домой помчался, видя два фашиста избивают мать. Вспомнил про ружье он и не растерялся, как же они смеют руки распускать. За ружье схватился, что в сарае ждало. «Стойте!» — крикнул громко, «мамку отпусти!» Выстрелив фашиста, сердце замирало, а потом второго смерть его простит. Слезки покатились по щекам мальчишки. Бросился на шею, к матери бежал. Та сказала тихо храброму сынишке, «защитил ты маму, жизнью рисковал». Уложила сына, собралась в дорогу, под дождем холодным убирать тела. И пришлось ей снова сил потратить много, оттащить подальше, где трава росла. Время пролетало, шла война сердито, сколько потеряла сыновей земля. Мальчик все молился Господу открыто, верил, что останется жить его семья. Как-то днем весенним мать в саду стирала, радиоприемник мальчик слушать стал. Новость там сказали, сердце замирало, сообщить скорее к маме побежал. Все свершилось, мама, только объявили, там сказали праздник, кончилась война. «Слышишь, мама, слышишь? Наши победили! Наконец, сыночек, без войны весна!» Вот спустя неделя вечер, как обычно, мама шьет одежду сыну своему. В двери застучали, как-то непривычно. Кто там на ночь глядя? Время уж ко сну. И открылись двери, муж домой вернулся, ордена сверкают на его груди. И губами жарко губ жены коснулся, а потом на кухню праздновать пошли. Вот он в церкви снова у икон склонился, говорит спасибо Господу опять, что войны не стало, что отец вернулся, и за то, что счастлива снова его мать.